Что творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду, ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами, а я, как вижу, про чипишню очень нравится быть под нами, так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы записать на банде на ютубе, а также сегодня со мной не снимает Настя. Привет! Окей, банда, вы не поверите, но сегодня на свой трон я хочу снять реального маньяка. Ну, не обычного маньяка, как вы уже подумали, а маньяка с лицом ребенка. Да, я как-то уже это первый раз слышал, не поверил. Но сегодня, банда, я специально прибыл в этот город, где по стукам живет маньяк. Вы только вдумайтесь в это, банда, огромный мужик или женщина с лицом ребенка, с лицом реального младенца. Мне просто в это не верится, банда. Тем не менее, сегодня в этом городе я запущу свой дрон, чтобы все увидеть своими глазами. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я отправлюсь к нему на свой дрон палочника. Я даже знаю, в каком городе он сейчас находится. Так что будет скорее ставь лайк, чтобы вы успели туда приехать. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Просто подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будет скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы теперь запускаем дрон. Погнали! Так, банда, Настя уже запустила дрон. О, господи, просто посмотрите, как же все стрёмно выглядит в этом городе. А к ней на улице еще отвратительная погода. О, что это такое? Господи, просто посмотрите на это. Мне кажется, что это создано для электричества. Окей, тем не менее, банда, мы остановились на окраине города. Потому что я думаю, что в хороших районах города точно не будет жить маньяк. Обычно всякие серийные убийцы заводятся только на окраинах. А еще нам говорили, что нужно искать именно на детских площадках. Потому что этот маньяк почему-то основно обитает на детских площадках. Наверное, из-за того, что у него детское лицо, он думает, что он ребенок. Или же он там находит своих жертв. А еще, банда, если честно, даже не понимаю, как у человека может быть детское лицо. Скорее всего, что он даже из-за этого стал маньяком, потому что из него все просто издевались. Окей, я в принципе нигде не вижу детских площадок. На окраинах точно его нигде нету. Окей, возможно, будет в середине этих домов. В принципе, тоже ничего не видно. Я вообще ничего не вижу. Неужели впервые такой случай, что там нету детских площадок? Тогда где нам найти этого маньяка? Он может быть где угодно в этом городе. Окей, я ничего не вижу. Неужели это впервые такая ситуация, что здесь нету никаких детских площадок? Буквально ничего не видно. Никакого маньяка, даже никто не ходит с обычных людей. Это просто жесть. Он вдали только одна машина проехала. О, господи, мне кажется, что этот маньяк уже просто всех запугал. И все просто даже боятся выйти на улицу. Окей, тем не менее, Настя подлетает к еще одному дому. Я тоже здесь не вижу никаких детских площадок. Буквально ничего нету. Это просто жесть, Суприм Банда. Мне просто в это все не верится. Вообще нет никаких детских площадок. О, Настя, посмотри! Детская площадка! Да. Но она такая маленькая. Думаю, если бы здесь кого-то искал маньяк, его бы сразу же заметили. Его здесь нету. Здесь никого нет, она очень маленькая. Не думаю, здесь может жить хоть какой-то маньяк. Окей, думаю, это быстро, если мы здесь ничего не увидим. Вообще ничего нету. Господи, Суприм Банда, мы реально сегодня можем даже не найти этого маньяка. Потому что он может где угодно. Он может быть вообще в другом конце города. Вот просто посмотрите, какой огромный город. Он может где угодно, этот маньяк. Мы можем вообще его сегодня не найти даже. Окей, тем не менее, Настя просто летает. Окей, я ничего не вижу, только одна машина ездит. Я уверен, что этот маньяк уже всех запугал. Все просто даже боятся выйти на улицу, иначе он их просто убьет. Очень смутный город, он такой весь темный, мрачный. Окей, тем не менее, Настя куда-то летит. Снова возвращается к окраине. Просто жесть, что это еще за здание? Здесь просто какие-то заводы, школа какая-то странная. Ничего не понятно. Посмотри слева. Да. Еще одна детская площадка, на это дрожжа намного больше. Скорее подлетай к ней. Это просто жесть, банда. В одном месте сразу же две детские площадки. О, посмотри. Там кто-то ходит, черт. Неужели кто-то с родителей отпустил своего ребенка? Зная, что в городе есть маньяк. Это просто жесть, посмотри на него. Он просто спускается с горки. Это реально похоже на какой-то ребенок. Господи, просто жесть, банда, вы видите это? Тут и играется. И это очень странно, потому что в городе есть маньяк. И все об этом только говорят, а тут вдруг кого-то просто отпустили родители. А тем не менее, он просто катается. О, господи, а возможно, он просто выжидает, чтобы на него напал маньяк. Возможно, какая-то приманка. Возможно, полиция уже его ищет. Окей, тем не менее, мы пока что просто все это снимаем. Возможно, сюда придет тот самый маньяк. Окей, пока что ничего не понятно. Он просто катался и куда-то идет. Он идет на качели. Это просто жесть, банда. О, еще кто-то идет, посмотри на это. Туда ходит какой-то человек. Окей, я пока что ничего не понимаю. Он просто катается. Что с ним? Просто качается на качели, все. О, черт, ты видишь это? Господи, там было лицо ребенка. Это и есть тот самый маньяк, банда. Это просто жесть. Мы все-таки снимаем его, он реально был на детской площадке. Просто посмотрите на него. Это была маска, маска ребенка. То есть, возможно, просто надевать маску ребенка и думаешь, что он ребенок. О, нет, там кто-то идет.
Это уже 100% ребенок, посмотри! Он подходит к ней, только не это! Господи! Шар, что происходит? Что он делает? Он мне что-то дает! Господи, нет, девочка, не бери! Где тебя учили в детстве, чтобы ничего не брать чужих дядь? Это просто жестную тебе игрушку! Но о, нет! Только не это, не подружились, банда! Она попалась в маньяку, вы это видите? Это просто жесть! Господи, что он будет дальше с ней делать? Мне просто в это не верится, банда, мы реально снимаем маньяка! Вы просто это видите? Они играются! О, господи, банда, похоже, то, что ты говорил, это правда! Он надевает маску ребенка и думает, что он тоже ребенок, и играется просто в детских площадках! И он опять уже думает, что он маньяк! Он пытается сдружиться с детьми! Возможно, это вообще никакой не маньяк, а просто какой-то психопат! Так, и тем не менее, они снова играются! Куда они идут? Они идут на качели. Это просто жесть, банда. Я очень переживаю за этого ребенка. Потому что он может его просто убить. Если это все же будет реальный маньяк, то у него огромные проблемы. Окей, тем не менее, что он делает? Просто играется. Мне даже в это немного не верится. Неужели маньяк бы так просто игрался с маленькой девочкой? Это все очень странно. Неужели они так привыкли к этому маньяку, они даже его не боятся? Возможно, СМИ это все так сильно приукрасили. Это вообще никакой не маньяк, а просто какой-то шизофреник, который думает, что он ребенок. Куда они идут? О, господи, каждое их движение, я очень переживаю за девочку, потому что не хочу, чтобы здесь что-то случилось. Окей, тем не менее, просто ходят, играются, снова вылазят на эту горку. Окей, банда, просто жесть, я в таком сейчас шоке. Мы реально сняли этого маньяка, нас не обманули, он реально существует. Это просто жесть, посмотрите, что они делают, не катаются на горке. О, господи, окей, они еще раз это будут делать. Такая жизнь так быстро меняет все горки. Неужели это ловушка этого маньяка? Окей, банда, давайте пока что не будем делать никаких выводов, потому что это все похоже только на шизофреника, а не на маньяка. Что они делают? Куда она уходит? Неужели он ее обидел? О, господи, банда, посмотрите! Он пытается ее поймать, вы это видите? О, черт! Она вырвалась, господи, просто жесть! Он пытается ее догнать, черт, банда! Он все-таки реально маньяк! Это такая жесть, беги, девочка! О, нет, он ее поймал! О, господи, только не это! Я очень надеюсь, что полиция уже сюда приедет скоро, потому что я уверен, что мы это не единственное увидели! О, господи, она убежала! Она убегает, просто жесть! А он злится! О, господи, слава богу, что она убежала! О, черт, он кидает на снежки! Неужели это наш дрон так помог? Он испугался нашего дрона! То есть, по сути, мы ей помогли сбежать! О, господи, банда, просто жесть, посмотрите! Он теперь слезет на наш дрон! Он бросает от него снежки! Такая жесть! Маньяк теперь знает, что мы за ним следим! Это просто жесть, посмотрите, что он делает! О, господи, куда он бежит? Он куда-то убегает! Черт! Следи за ним, Настя, не упускай его из виду! Мы даже сдадим его логово! Просто жесть, банда, куда он вообще бежит? Мне просто это все не верится, Суприм Банда! Мы реально снимаем маньяка, мы только снимали его охоту! Он пытался реально как-то схватить девочку! Окей, тем не менее, банда куда-то убегает! О, господи, просто жесть, что происходит? Он реально бежит от нас! Он убегает от нашего дрона! Он думает, что мы, наверное, не сможем его больше снимать! О, господи, просто жесть, у него реально лицо ребенка, потому что у него маска! Окей, он прибегает через дорогу! Просто жесть, Суприм Банда, посмотрите на это! Он забегает на какую-то улицу! Неужели здесь его дом? Неужели этот маньяк живет в этом городе? Он еще так смотрит, и мы за ним следим. Окей, тем не менее, он снова бежит куда-то, просто жесть. Окей, банда, он уже очень долго бежит от нас. И пока он убегает, я нашел у него немного информации. Это не обычный маньяк, этот маньяк под именем Счастливого Дня Смерти. Он реально существует, банда, мне просто в это не верится. Окей, Суприм Банда, я обязан теперь с него снять маску. Только нужно как-то найти его номер в Даркнете. Он все еще бежит. Окей, куда это он уже прибежал? Просто жесть. Это уже конец улицы, здесь даже какое-то озеро есть. Он очень далеко от сбежал, банда! Просто посмотрите на него, черт, мне это прям не верится! Он реально живет в каком-то безлюдном месте! Наверное, но поэтому он сошел с ума и стал маньяком! Окей, тем не менее, он все еще бежит! Куда он вообще убегает? Уже конец улицы! Уже даже почти город закончился! Есть только одно озеро! Просто посмотрите на него, еще смотрит ли мы за ним летим! Такая жесть! Наверное, он думает, что мы от него так просто отстанем! Но нет, банда, мы теперь уже точно будем его снимать! О, погоди, там есть какое-то здание! Окей, лети за ним! Он просто заходит, ты видишь это? Да. Неужели он там живет? Такая маленькая какая-то будка, он там живет? Окей, Настя, попытайся как-то аккуратно к нему подлететь. Возможно, мы видим какое-то окно в какое-то отверстие. Я уверен, банда, что он там живет. Просто жесть, посмотрите на это. О, господи, как там вообще может нажить? Это же такая жесть. Там просто все продувает. О, господи, окей, аккуратно, Настя, только максимально аккуратно. Только смотри, чтобы не схватил наш дрон. Окей, пока что ничего не видно, там просто темно. Там даже электричества нету, банда. О, черт, это он, отлетает, летает.
Читай! Он взял топор! Это просто жизнь! Смотрите на него! Он взял топор, теперь машет нас! О, господи! Он, похоже, реально доволен, что мы за ним следим! Он теперь хочет наш трон спить этим топором! Просто жесть, Супрембанда! Посмотрите на него, какой же он стрёмный! Это такая жесть! Мне это прям не бегается! Мы реально снимаем этого монстра, этого маньяка! Окей, он куда-то бежит, снова куда-то убегает от нас! Зачем он вообще хоть куда-то бегает? В этом же просто нету смысла! Разве он этого не понимает? Господи, он уже бежит по какой-то дорожке! Этой дорожки даже нету на картах! Это просто жесть, банда! Возможно, он сейчас нам покажет свое какое-то скрытое логово, где он живет и держит своих жертв. Окей, он снова куда-то бежит, просто жесть, банда. А еще откуда у него сколько силы? Он так много бегает. Все это время, банда, он бежал без остановки. Он просто бежал и бежал. Он просто от нас убегал. Или же, возможно, он так сильно испугался, что мы за ним следим, из-за того, что мы узнаем, где он живет. Просто жесть, посмотрите на него, он все еще бежит. Он же даже взял топор, чтобы от нас сбиться, и бессмысленно. Какая-то будка, посмотри. Неужели он там тоже живет? Просто жесть, банда, посмотрите, что он делает. О! О, черт, кинул топор, это просто жесть. Вот сейчас он мог запросто по нам попасть. Такая жесть, банда. И убегает в какой-то лес. О, господи, неужели это все? Он просто там скроется. Мы уже никак его не найдем в этом лесу, потому что он просто будет сливаться. У него темная кофта, он запросто сольется с деревьями. Мы уже его даже не видим, банда, просто посмотрите. Окей, тем не менее, банда, мы хотя бы знаем, где он живет. Окей, супер, банда, 10 зашла, и тогда я снимаю маску с этого монстра. А также, бро, не забывай подписываться на наши инстаграмы и пропомни одно. Оставайся таким шикарным, пока!